О, пиздец, катнул сейчас. Еду. Что-то чувствую, что-то, блядь, не то на заднем колесе. Так чик, голову вниз. А оно все, оно пробито нахуй. Сейчас остановился, засек время. 24 минуты с момента остановки и до полной сборки. То есть все, поменял камеру за 24 минуты. То есть все прям полностью. Все, сейчас маленько почилю, дорвану. О, здоровченько. Нихуя, я что-то решил выбраться, а то я дней 10 уже, наверное, не катал. Камеру опять заднюю пробил и опять же, блядь, расковырял. Наружил прокол. Закоптил кашу гречневую с говядиной. Да, вообще топ. Паштетик с галетой и греча с тушенкой. Насколько я гречку, ну, не очень ем, люблю. Да я вообще ее не готовлю. А тут прям вообще, вообще прям топ залетает на ура. Охеренный ир. Да я его второй раз раздербанил, у меня там еще есть. То есть там еще где-то, ну, половина, ну, там чуть меньше половины еще. То есть охереть, в принципе. Я просто мало ем, но у меня такой организм. Поэтому мне вот этого одного ирпа, что вот этот, блядь, МЧСовский, пиздец, насколько хватит. Не, ну если его грамотно там разбить, то на 4 раза прямо таких плотных похавать, его хватит одному. Я тут заныкался, как маньяк, блядь, какой-то. Вон тропа вот эта вот, ну, вот обычная, туристическая. Я здесь чик-чик-чик наверх тут забрался с байком. Прикол.